Это может стать рекордно жарким. Этим летом будет поставлен температурный рекорд. Привет, сынок. Как дела? Все то же самое. Доброе утро. Да, держи заказ. Что ты стоишь? Седлай велик и вперед. Что-то на работе стряслось? То же самое, что и вчера. Такое ощущение, что жизнь пролетает мимо. Ты знаешь, соседка сказала, что у нас в ДК будет кружок. Какой кружок, мам? Я лучше это время на пару заказов потрачу. Деньги нам сейчас не помешают. Вот посылка, и, пожалуйста, проверьте сохранность того, что внутри. Ладно, сейчас посмотрю. Проходи. А ты чего такой веселый? Ну, я познакомился кое с кем. Она музыкант, играет на гитаре. Говорит, могу приходить к ней тренироваться. Я рада, сынок. Ты таблетки купил? Привет, это Катя. Я хотела уточнить насчет нашего занятия сегодня. В силе?